капитан. Мы приступаем к нашей очередной работе. Вот у меня уже замешаны тут краски. В предыдущих видео можно посмотреть по соотношению краски и медиума. Это все просто обычные краски без силикона. Просто акриловая краска и ПВА. Значит, у меня цвета тут желтая, лимонная. Нет, простите. Так, цвета желтая, лимонная, зеленая, темная и салатовая. Вот, ну и белая краска, соответственно, тоже. Вот такие цвета я выбрала. Так, и мы начинаем. В этой технике мы будем немножко раздувать, а потом наклонять планшет. Вот, одна из моих любимых техник. Вот, начнем мы с подушки. То есть подушка это у нас белая краска, на которую сливаются все наши цвета. Значит, я их... Желтый цвет у меня в данном видео основной. Не забываем про белый. Видите, можно чуть поаккуратнее, чем я это делаю. Вот, и я не буду включать сейчас фен, а сама немножко создаю краску, чтобы это было поаккуратнее. Так, последний у нас обязательно белый цвет должен быть. Лепесточки можно феном это делать, в принципе. Обязательно все поручать себе. Клоняем дальше нашу немножко все-таки подраздую я феном.
почему? Заниситки, откуда не взялась белая обсяска? Классно получилось. Да, это мотор.